В городском округе проходят праздничные линейки, посвященные окончанию учебного года. Последний звонок в этом году услышат более 1211 классников. Как выпускников 25-й школы провожали во взрослую жизнь, расскажем в следующем сюжете. Все-таки социализировалась я тут, как личность выросла. Вот, то есть самые такие качества основные мне дала школа. Последние минуты в качестве школьников. Девочки поправляют макияж, мальчики готовятся к выступлению. От классного руководителя звучит команда. Строимся по два человека. В актовом зале тем временем заждались главных виновников праздника. Поздравить ребят пришли родные, друзья и почетные гости. В этом году 25-я школа выпускает два 11-х класса. Дорогие выпускники, я искренне вам хочу пожелать успешной сдачи выпускных, сдачи ЕГЭ, поступить туда, куда вы желаете. И мы вас с радостью будем ждать на земле Люберецкой, потому что она очень богата на таланты. И я думаю, мы в развитии, мы столичный регион, и вы всегда найдете применение в себе. Последний звонок на последний урок. Что дает нам последний звонок? Он дает нам старт в новую жизнь. Он дает нам старт к реализации тех свершений, тех знаний, которые вы получили, для того, чтобы вы их развили, приумножили в будущем. Сами выпускники тоже вышли на сцену, чтобы выразить слова благодарности за беззаботные 11 лет, проведенные в этих стенах. Для каждого учителя они приготовили индивидуальное тематическое поздравление. Прощальный звонок – это и слезы, и радость одновременно. Эмоции переполняли не только виновников торжества. Для родителей выпускников это не менее волнительный день. Впереди у их детей новая взрослая жизнь. И последний звонок! Луиза Егиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.